Работа светофора на пересечении улиц Нефтяников и 70 лет Октября изменится. Электронный регулировщик станет больше еще на две секции. Решение по модернизации светофорного комплекса на этом перекрестке было принято в связи с многочисленными нарушениями правил дорожного движения. Несмотря на установку светофорных объектов, дорожно-транспортные происшествия продолжали случаться на данном участке в связи с незнанием правил дорожного движения участниками дорожного движения, а именно водителями. В связи с этим было принято с владельцами дорог города Муравленко о установке дополнительных секций светофорного объекта и дополнительной таблички «Знак стоп». Дополнительная светофорная секция с табличкой «Стоп» установлена на правой стороне дороги при повороте с улицы Нефтяников на 70 лет Октября. Теперь автомобили, двигающиеся в этом направлении на зеленый, должны сначала остановиться, прежде чем продолжить движение на разрешающий сигнал светофора. По мнению автоинспекторов, установка табло «Стоп» позволит стабилизировать ситуацию с аварийностью на этом перекрестке.